Друзья, привет! Приветствую вас на канале «Немецкий язык по плейлистам с нуля». Мы с вами продолжаем наш плейлист, который так и называется. И действительно, друзья мои, вы в комментариях пишите: «Мы требуем больше уроков по немецкому». И далее спасибо. Друзья мои, я рад, что вы требуете, и мне хочется их записывать, но мне очень важно видеть, что это действительно кому-то нужно, что эти уроки кому-то нужны. Поэтому если вы поставите, соответственно, лайк к первому видео, я в первую очередь смотрю именно на первое видео, сколько лайков. Вот вижу, смотрите, лайков 2000, а просмотров во много раз больше. Значит, получается, не все люди поставили лайки и так далее. Конечно, для меня это главный ориентир, именно первое видео, количество лайков, просмотров и комментариев. И вообще, как вы активно смотрите, соответственно, плейлист, лайкаете, комментите. Для меня это очень важно, потому что меня очень много просят именно по английскому языку, по испанскому языку, по итальянскому, по французскому, по китайскому, друзья мои, и приходится расставлять приоритеты, что важнее. Если действительно я буду видеть, что наше немецкое сообщество достаточно большое, то, конечно, я не буду этим пренебрегать, друзья мои. Поэтому я надеюсь на вашу активность, что вы себя покажете с полной силой. Отлично, друзья мои. Мы с вами двигаемся далее. Смотрите наш плейлист шаг за шагом. Именно уроки включайте фоном. Фоном слушайте, повторяйте. Это невозможно запомнить, друзья мои. Это реально вот невозможно запомнить эти слова, это много новых слов. Просто фоном этот урок слушайте там 5 раз, 10 раз, 20 раз, делая свои дела, и все уляжется. Вот так нужно и работать. Ну, помимо того, что вы просто уроки смотрите. Друзья мои, у нас сейчас с вами самостоятельная работа. Вначале, как вот у нас заведено в этом плейлисте, диктант по словам, и далее же перевод предложений. В утверждение и отрицание уже. Итак, переводим. Переводим «нет». Так нет будет nicht, nicht. Да, то есть именно говорю хе-хе, nicht, nicht. А спасибо вам также за ваши вот пожелания, что здесь нужно щелкнуть несколько раз, и будет, друзья мои, тут так не получается. Вот щелкаешь, а эффекта нет, и хоть один, хоть три раза. Поэтому я буду, вот извините, но мышкой буду выделять, потому что для меня самое важное, чтобы вы видели именно транскрипцию. Далее, соответственно, они Зи, зи. Итальянский, итальянский. Итальянеш, итальянеш. Очень хорошо, очень хорошо. Читаем правильно. Транскрипция в помощь. Зе гуд, зе гуд. Далее делать. Махен, махен. Мы. We, we. Далее мне. Me, me. Помогать. Helfen, helfen. Далее каждый день. Как сказать, каждый день. Jeden Tag. Jeden Tag. Хотя именно как к. Jeden Tag. Отлично. Понимать. Verstehen. Verstehen. Испанский. Spanisch. Spanish. Отлично, видите, вот мы сами и проверили некоторые слова, просто я считаю, что это необходимо делать, язык для многих новый. Потому что действительно, может, вы грамматику знаете, а вы слова забываете, поэтому сложно. Поэтому специально такая экспресс-проверка, но опять же, закрепляйте предыдущие уроки, слушайте фоном, будет еще легче запомнить слова. Так мы с вами просто, как говорится, немножко размялись, и теперь уже переводим целостное предложение. Давайте еще раз это прочтем. Итак, nicht. Зи. Итальянеш. Зе гуд. Махен. Вир. Мир. Хельфен. Еден так. Ферштейн. Шпаниш. Супер. Куль. Круто. Отлично, друзья мои, ведь не так все сложно. Давайте с вами попробуем
на самом деле перевести. Я очень хочу, чтобы у тебя все получилось, чтобы у тебя было все просто супер на все 100. Я действительно это очень хочу и стараюсь, как раз курс так строю, поэтому, ну, давай попробуем. Приложение, конечно, сложнее, но попытаемся это сделать. Итак, переводим. Мы не понимаем. Так, если кто не успевает, делайте паузы. Мы. We. Не понимаем. Мы говорили, что не в конце ставится после глагола, поэтому сначала скажем, соответственно, понимаем. Verstehen. И далее не. Nicht. Wir verstehen nicht. Wir verstehen nicht. Отлично. Они не работают. Они. Sie не работают. То есть вначале скажем работают. Sie arbeiten не. Nicht. Sie arbeiten nicht. Они учатся. Они. Sie. Значит, по умолчанию, если просто учиться, мы сами используем глагол studieren, studieren, а если изучать какой-то язык, то lernen, lernen. Вот и вся разница. Поэтому по умолчанию, если просто учиться, studieren. Значит, используем глагол, получается, говорим, они учатся, они, sie, учатся, studieren, sie, studieren. Что получилось? Sie arbeiten nicht, sie studieren. Я говорю по-английски, и они понимают меня. Я. Ich. Говорю. Spreche. По-английски. English. И они. И. Und. Они. Sie. Понимают. Verstehen. Меня. Mich. Ich spreche Englisch und Sie verstehen mich. Они помогают мне каждый день. Они. Sie помогают. Helfen, helfen, мне, мне. Похоже, действительно, видите, ми, да, видите, ми, мне, ми, здесь, мне, мне. Зи, helfen, мне. И здесь тоже как help. В принципе, видите, все, все одно и то же. Мне, каждый день. Каждый день. Каждый. Jeden день. Так. А действительно, читается обычно «jeden Tag», «jeden Tag». «Sie helfen mir jeden Tag». Отлично. Я понимаю это. Я. Ich понимаю. Verstehe. Это. Es. Мы с вами говорили, что по умолчанию используем это, значит, S. Получается, ich verstehe S. Мы живем в России. Мы, wir, живем. Leben, по умолчанию как leben произносим, в России, в. In Россия, Русланд, Русланд. Wir leben in
Русланд. Они понимают тебя. Они зи понимают Ферштейн тебя дих. Зи Ферштейн дих. Они понимают меня. Они зи понимают Ферштейн меня мих. Зи Ферштейн мих. Я не работаю, я учусь. Я их не работаю. Значит, не. В конце ставится, скажем, пока работаю. Arbeite. Ich arbeite не nicht. Ich arbeite nicht. Я учусь. Я. Ich. Мы с вами говорили, что используем глагол учиться. Сейчас studieren. Получается ich учусь studiere. Ich studiere. Ich arbeite nicht. Ich studiere. Они помогают мне. Они зи помогают helfen мне mir. Зи helfen mir. Так, повторим. Wir verstehen nicht. Sie arbeiten nicht. Sie studieren. Ich spreche Englisch und Sie verstehen mich. Sie helfen mir jeden Tag. Ich verstehe es. Wir leben in Russland. Sie verstehen dich. Sie verstehen mich. Ich arbeite nicht. Ich studiere. Sie helfen mir. Отлично. Здорово. Давайте, значит, дальше двигаться. Итак, скажем. Я не вижу. Я их не вижу. То есть вначале говорим вижу. Зе не нихт. Их зе нихт. Я вижу это сейчас. Я их вижу. Зе это с сейчас. Jetzt. Jetzt. Ich sehe es jetzt. Мы изучаем английский онлайн. Мы. Wir изучаем. Lernen. Английский. English. Онлайн. Online. Wir lernen English online. Я не учусь. Я работаю. Так, я.
ich не учусь. То есть вначале говорим учусь, studiere, не, nicht. Ich studiere nicht. Я работаю. Я. Ich работаю. Arbeite. Ich arbeite. Ich studiere nicht. Ich arbeite. Я понимаю. Я. Ich понимаю. Verstehe. Ich verstehe. Скажем, я понимаю немецкий. Ich verstehe немецкий. Deutsch. Ich verstehe Deutsch. А теперь просто скажем, я понимаю. Вот кажется, что на самом деле простая фраза, но то очень важно еще как быстро вы эту фразу построите. Если вот вы молниеносно сказали, да, это супер. Если вы знаете, но еще не молниеносно, не синхронно со мной, значит нужно работать, и как раз это означает то, что все правильно, нужно еще больше работать, перейти именно больше, также простых фраз. Видите, ich verstehe. Я делаю это каждый день. Я. Ich. Делаю. Mache. Это. Es. Каждый день. Каждый. Jeden. День. Так. Jeden Tag. Ich. Mache es. Jeden Tag. Я люблю немецкий. Я. Ich. Люблю. Liebe. Немецкий. Deutsch. Ich liebe Deutsch. Они видят меня. Они. Sie видят. Sehen. Меня. Mich. Sie sehen mich. Я говорю по-испански. Я. Ich. Говорю. Шпрехе. По-испански. Spanisch. Ich spreche Spanisch. Совершенно правильно вы в комментариях отмечаете, что эта комбинация читается как ш-шп-шп. Spanisch. Spanisch. Отлично. Итак, повторим. Ich sehe nicht. Ich sehe es jetzt. Wir lernen Englisch online. Ich studiere nicht. Ich arbeite. Ich verstehe Deutsch. Ich verstehe. Ich mache es jeden Tag. Ich liebe Deutsch. Sie sehen mich. Ich spreche Spanisch. Я понимаю это очень хорошо. Я. Ich. Понимаю. Verstehe. Это. Es. Очень хорошо. Очень.
The. Хорошо. Good. Good. Ich verstehe es sehr gut. Мы говорим по-немецки. Мы. Wir говорим. Sprechen. По-немецки. Deutsch. Wir sprechen Deutsch. Я люблю Германию. Я. Ich люблю. Либо Германию. Deutschland. Ich liebe Deutschland. Мы понимаем. Мы. Wir понимаем. Verstehen. Wir verstehen. Мы изучаем немецкий и английский онлайн. Мы. Wir изучаем. Lernen. Немецкий. Deutsch и und английский English online online. Wir lernen Deutsch und English online. Они делают это каждый день. Они. Sie делают. Machen. Это. Es. Каждый день. Каждый. Jeden. День. Так. Jeden Tag. Sie machen es jeden Tag. Они видят это. Они. Sie видят. Sehen. Это. Es. Sie sehen es. Они говорят по-итальянски. Они. Зи говорят. Шпрехен. По-итальянски. Итальяниш. Зи шпрехен итальяниш. Я не учусь. Я. Их не учусь. То есть, вначале скажем «учусь», «штудире», «мне», «нихт». «Ich studiere nicht». «Ich studiere nicht». «Я не понимаю». «Я». «Ich не понимаю». То есть, вначале говорим «понимаю». Verstehe, не, nicht. Ich verstehe nicht. Так, повторим. Ich verstehe es sehr gut. Wir sprechen Deutsch. Ich liebe Deutschland. Wir verstehen. Wir lernen Deutsch und Englisch online. Sie machen es jeden Tag. Sie sehen es. Sie
sprechen Italienisch. Ich studiere nicht. Ich verstehe nicht. Отлично, супер. И последний рывок. Итак, скажем, я понимаю тебя очень хорошо. Я. Ich понимаю. Verstehe тебя. Dich очень хорошо. Очень. The хорошо. Good. Good. Ich verstehe dich sehr gut. Мы видим это сейчас. Мы wir видим sehen это es сейчас. Jetzt. Wir sehen es jetzt. Я не работаю. Я. Ich не работаю. Сначала говорим работаю. Arbeite. Не. Nicht. Ich arbeite nicht. Они говорят по-испански. Они. Sie говорят, sprechen по-испански, Spanish. Sie sprechen Spanish. Я понимаю тебя. Я. Ich понимаю. Verstehe. Ich verstehe. Тебя. Dich. Ich verstehe dich. Мы делаем это каждый день. Мы. Wir делаем. Machen это es каждый день. Каждый. Jeden день так. Jeden так. Wir machen es jeden так. Я вижу это каждый день. Я. Ich вижу. Зе это с каждый день. Каждый. Jeden день. Так. Ich sehe es jeden Tag. Я вижу это очень хорошо. Я. Ich вижу, sehe это es очень хорошо. Очень. The хорошо. Good. Ich sehe es sehr gut. Далее. Мы видим это каждый день. Мы. Wir видим. Sehen это es каждый день. Jeden Tag. Wir sehen es jeden Tag. Я говорю по-итальянски. И они понимают меня. Я. Их говорю.
Шпрехе. По-итальянски. Итальянеш. И. Und. Они. Зи. Понимают. Ферштейн. Меня. Мих. Их. Шпрехе. Итальянеш. Und sie verstehen mich. Друзья мои, действительно отлично. Пишите также заявки по другим языкам, какие еще языки хотите, чтобы мы с вами изучали, помимо текущих языков. Действительно, все возможно, я думаю, просто шаг за шагом. Итак, давайте повторим. Ich verstehe dich sehr gut. Wir sehen es jetzt. Ich arbeite nicht. Sie sprechen Spanisch. Ich verstehe dich. Wir machen es jeden Tag. Ich sehe es jeden Tag. Ich sehe es. Sehr gut. Wir sehen es jeden Tag. Ich spreche Italienisch und Sie verstehen mich. Отлично, друзья мои, видите, вот на самом деле в этом уроке специально достаточно умеренное количество новых слов, потому что, видите, здесь сложнее стала грамматика. Видите, у нас с вами, во-первых, появилось отрицание, если вы заметили. И во-вторых, у нас с вами появилось еще мы, они, видите, то есть когда нужно н говорить, когда не нужно, это сложнее. Поэтому, если будет слишком много новых слов, слишком сложная грамматика, соответственно, это будет очень трудно для восприятия и для перевода. Поэтому не волнуйтесь, у нас с вами запланировано также много новых слов, друзья мои. А вы пока, соответственно, отрабатывайте, слушайте фоном, друзья мои, и в новых уроках, я думаю, вы увидите много интересного. Пишите все ваши пожелания, эмоции, действительно. Я рад, что вы требуете больше уроков по немецкому, и я бы рад это сделать, но при наличии, соответственно, вашей активности. Вашей активности – это очень важно. Действительно, судьба этого плейлиста в ваших руках. Будут лайки, будут комментарии, будут просмотры. С удовольствием будем продолжать. Если нет, соответственно, так будет проще заниматься другими делами, другими языками и прочими вещами. Но я надеюсь, друзья мои, что у нас очень сильная такая немецкая дружина, и мы придадим нужный темп нашим курсам, из чего я вам и желаю также в режиме интенсива заниматься и слушать фоном наш плейлист «Шаг за шагом», друзья мои. Удачи вам, всех ваших добрых начинаний. До скорой встречи. Пока-пока.